Учиться на фармацевта в Анапский индустриальный техникум едут даже из соседних городов Краснодарского края. Яна из Славянска на Кубани. В этом году у нее выпускной. Фармацевт – это очень востребованная профессия. Я с детства хотела стать медицинским работником, но так как у меня мать работает в медицинской сфере, я всегда хотела помогать людям, поэтому выбрала эту профессию. Практику учащиеся проходят в лучших аптеках Анапы. Профессия востребованная, ведь в России более 60 тысяч аптек. Когда в Анапе открылся факультет фармации, я узнала об этом. То есть я даже ни разу не сомневалась, куда я пойду учиться, потому что сейчас в наше время в Анапе, в крае и вообще по стране открывается большое количество аптечных сетей, в том числе ветеринарных. Работать в дальнейшем я смогу в сети аптек, в том числе ветеринарных, лечебно-профилактических учреждениях, научно-исследовательских центрах, санаториях. То есть перспективы огромные. Учащиеся углубленно изучают химию, биологию, фармацевтические дисциплины, технологию изготовления лекарственных форм, отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента, фармакогнозию, организацию деятельности аптек. Обучение ведется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. Заведующая кафедры получила высшее образование в Тюмени, представитель врачебной династии. На базе техникума имеются кабинеты и лаборатории, оснащенные современным аналитическим оборудованием, на которые студенты самостоятельно анализируют качество лекарственных препаратов и лекарственного растительного сырья, реализуемых в аптеке. Сами изготавливают лекарственные препараты. Студенты проводят научно-исследовательские работы. Преподают только высококвалифицированные специалисты в области фармации и медицины, кандидаты медицинских и фармацевтических наук. Лаборанты, преподаватели так приросли к профессии, что идут на работу как на праздник. Атмосфера дружелюбная. Учащиеся приходят после 9 и 11 классов. Фармация, значит, в этом году у нас получается первый выпуск. Много будет человек, потому что существует по этой специальности как очное обучение, так и очно-заочное. Это для тех, кто уже работает, либо для взрослого контингента. Вот порядка у нас одного только взрослого контингента, это формы обучения очно-заочно, порядка 260 человек. Есть филиалы техникума в Темрюке, Мостовском, Абинске, Болтавской и других населенных пунктах Кубани. В Анапе адрес техникума улица Промышленная, 2А. Техникум может приехать и к вам. Агитбригады посещают даже отдаленные школы. А также в самом техникуме устраивают день открытых дверей. Анапа, улица Промышленная, 2А. Анна Жукова, Михаил Григорьев, Анапа регион.